знаю. За мной подходит. Yeah. Нет, не знаю. Это быть. Ага. Работяг тут. Видно нас? Да. Город Псков. Дом офицеров. У дома офицеров. Что за ранку? Ни свет, ни заря. Стоит Виталик. Рассматривает свои афиши и ждет не дождется, когда же начнут играть. В общем, о чем разговор? О том, что актерам не хватает ролей и игры в театре. Вот я. Где ты? Ну-ка. Ой, какой! Но это не ты же. Это я, походу. Нет, вот это Андрюха. Это Андрюха. Это у нас был вот Димка, ну, а сейчас новый. Димка. Это Королёвна Булочка. Королёвна Булочка. А это главный персонаж. Ой, ваш, кстати, конфетю. Говоря, похож? Ваш конфетю. Вот скоро, да. Вот лысина вот уже появляется. Да, кстати говоря, он самый... Пальца одного нет. Самый интересный. Почему? Он там контур его есть. Ну, контур есть, да. Ну, да. Вот такая вот замечательная афиша. Серега! Доска крепкая! Виталик проверяй, боится. Боюсь за девочек. Да, да, за девочек боюсь. Я талант. Да, он-то ладно. Как это, старый пердун я. Да. Чего уж, меня не жалко. Да уж, да уж. Да. А, вот девочки, да. Девчонки, надо, да. Да, да. Вот, такой вот, ребят, какой отец. У нас тут экран сегодня. Размером 15 на 9. Полиэкран. Самая неудобная площадка из всех, где мы были. Сцена ничего,
Но падук не хватает. Поликран 15 на 9. Это да, нормально тут, более-менее нормально. Но вот подъем декораций вот по таким лестницам, в такие двери, тут еще ничего, на второй этаж, со всеми поворотами, разворотами. Но самое, конечно, убийственное то место. В общем, нехорошее место. Поэтому счастливой дороги.